гость уже поруч зі мною. Це Валентин Бєльський, підприємець, голова ради організації роботодавців «Миколаївський клуб директорів». Доброго ранку, доброго Валентине. Утра, як справжній гість до справжньої господині ефіру, Валентин прийшов не з порожніми руками, а приніс так коробочку цукерочок. Вашому чаю наші конфетки. Дякую. Отож, ми будемо вести бесіду під чай. Хто буде наливати? Давайте я чи я? Ви? Ну, давайте ви як мужчина. Чоловік. Так, дуже запашний чай, цукер. Руслан, я розумію, що тобі теж дуже хочеться нашому оператору, але працюй, а ми тут будемо розмову вести, тобто ви пригощайтеся, пийте чайок. Чому ми сьогодні з чаєм? Тому що у нас був цикл, да, підприємницьких таких сюжетів, розмов, їх було 8. І сьогодні ми закриваємо, скажімо так, да, перший етап, будемо говорити про цікаву тему, про майбутнє, тому ми так. Да. Святково, да? Ну, даю вже слово вам, а то я розбалакалась. Мы с вами сделали интересный эксперимент, на мой взгляд. Мы провели 8, сегодня 8-я финальная, 8. Нет, наверное, 9-я даже. У нас была одна вступительная, одна вступительная, да. Сегодня 9-я финальная. Мы прошли с вами по 8 концепциям. Концепциям непрерывного совершенствования по европейской модели управления качеством. Мы постарались подготовить сюжеты на эти темы, снімає їх в реальних условиях наших предпринимательских. Отак, намагалися, було інколи нелегко дуже. Конечно, потому что это достаточно новое для нас, так скажем, культурное влияние на предпринимательское отношение к своему делу. И я думаю, что мы заложили с вами, может быть, не фундамент, но определенный кирпичик. Я знаю, что уже сегодня ведутся переговоры между Николаевским клубом директором и генеральным директором МГТРК Ярославом Индиковым о создании тематической передачи о предпринимателях, в которых мы можем более глубоко и детально рассказывать о опыте успешных предприятий и предпринимателей города. Дуже цікаво, так. Я думаю, що ви домовитеся, так? Да. Зрештою, сьогодні ми будемо говорити на тему майбутнього. Будучи, я знов-таки перейду на російську мову. І перше запитання таке, як должен виглядеть окружающий мир для устойчивого розвитку організації? Ну, как вы понимаете, для того, чтобы любая организация имела развитие, она, безусловно, в первую очередь должна обращать внимание на свое внутреннее совершенствование. Этому, собственно, и посвящена работа нашего клуба. Однако, пройдя все, так скажем, 8 концептуальных моментов, о которых мы говорили в передачах, таких, например, как достижение результативности в организации, создание ценностей для клиента своего, лидерство и вдохновение, взращивание, делегирование полномочий, умение адаптироваться организации к внешней среде, развивать таланты людей, поощрять творчество организации, а также быть организацией лаборатории постоянного эксперимента, то, к сожалению, не всегда этого даже бывает достаточно, чтобы организация имела устойчивое развитие. Потому что устойчивое развитие зависит и от внешних факторов. Каковы же они могут быть? Ну, в первую очередь, конечно, нужно, чтобы был клиент на нашу продукцию. Поэтому клиент должен иметь возможность купить. Как говорил Генри Форд, я не могу платить людям такую низкую зарплату, за которую они не смогут купить те продукты, которые выпускают. Соответственно, экономика в целом должна обеспечивать определенный уровень достатка потенциальных покупателей. Либо же, конечно, организация должна иметь возможность выхода на внешние рынки. Во-вторых, должно быть, безусловно, общее спокойствие. Потому что ситуация, в которой мы не уверены в завтрашнем дне, спокойном, мирном, безусловно, не располагает тому, чтобы... То есть влияет, все-таки имеет влияние. Безусловно, не располагает ни к какому развитию, потому что ну, люди задумываются вообще о сути нахождения именно здесь, в этой стране. Это, к сожалению, негативная тенденция. Но, к сожалению, этого тоже недостаточно. Потому что для того, чтобы было устойчивое развитие, при всем при том, что будет мир, очень скоро наступит уже, мы надеемся, ситуация к этому идет. При всем при том, что люди смогут покупать, но если не будет ресурсов, из которых мы сможем изготавливать те продукты, которые хотим предложить людям, то тоже, к сожалению, устойчивого развития мы не получим. Поэтому очень важно обращать внимание сегодня на культуру. И культуру, в том числе, потребления. Сегодня это звучит как-то, ну, несколько для нас загадочно. Мы, находясь в долгое время в тотальном дефиците, так сказать, общей да, страной, не могли себе даже представить такое, что когда-то наступит такой момент, когда мы будем умышленно отказываться от каких-то благ или каких-то символов достатка. Но около 300 лет назад начались разговоры о устойчивом развитии вообще в европейской культуре. И это послужило, этому послужила эпоха Ренессанса, расцвета
внимание на человеке, когда человек становился как бы в центр внимания, ну, философских мировоззрений. Вы хорошо, видать, разбираетесь в Ренессансе, потому что даже ваша фабрика, да, так имеет такое. Ну, мы в свое время также задумывали совершить определенный переворот в культуре мебельного производства и, в частности, в изготовлении детской мебели. Поэтому нам символ Ренессанса очень близок. Так вот, говоря о Ренессансе, когда человечество начало обращать внимание больше на человека как центра внимания и центра развития, не только внутреннего, стал возникать вопрос о том, а что дальше ожидает следующее поколение. Как дети, внуки будут развиваться, когда ресурсы используются достаточно хаотично и бессмысленно, то, ну, давайте выпьем чай. Давайте заговорился. Выпьем чай. Да, вы угощайтесь конфетками. Спасибо. Это я пытаюсь беречь фигуру. Если говорить о культуре, например, Германии, то в это же время возник такой термин, как нахальтиш. Один германский лесник говорил такое: мы можем вырубить столько деревьев, сколько нам понадобится, но ровно столько, сколько сможет вырасти опять вновь за этот промежуток времени. Таким образом, когда мы говорим о культуре потребления, мы должны задумываться над тем, насколько необходимо нам владеть этими вещами сегодня. И смотря в будущее, изменения рынка глобального и экономики в целом, мы будем обращать внимание на то, что люди будут больше склоняться к совместному владению какими-то ценностями. И, как вы видите, уже больше обращается внимание, например, на совместные поездки, на обмен квартирами, на обмен студентами, людьми. То есть, ну, к этому тоже надо готовиться. Готовиться, хотя, да, это не легко и не просто так, да, все. Конечно, и это все культура. А что такое культура, этот термин? Взращивание. Взращивание. Это определенная степень образованности. И говоря о культуре предпринимательской, Николаевский клуб директоров выступает инициатором уникального, я думаю, что даже в Украине, проекта, такого как бизнес-форум «Предпринимательская культура вчера, сегодня и завтра». Это случится ровно через 2 недели. 8 октября у нас будет колоссальный, удивительный человек, Тарас Калита, который является... Я знаю, ваш гуру, да? Да, да. Который вам подарил, да, знания. Это мой наставник, Тарас Калита. Да, гуру – это его отец, Петр Яковлевич Калита. Да, да. А Тарас обладает колоссальными навыками практических знаний о том, как организации выйти в успешные компании. Потому что он неоднократно посещал как эксперт европейские компании. Так вот, чем уникален проект? Помимо того, что мы будем говорить о том, как выглядела культура раньше, какой сегодня вызовы мы испытываем в предпринимательстве, мы пройдемся по модели воочию, как тренинг на предприятии мебельной фабрики «Ренессанс». Мы сделаем впервые, наверное, в Украине показательный аудит и приглашаем вашу компанию снимать. Все это для того, чтобы потом это могло лечь в сюжеты и составить, наверное, цикл какой-то образовательной программы о том, как же нужно заниматься самооценкой компании для того, чтобы можно было постоянно наблюдать стабильный рост. Рост, да. Показатели. Самосовершенствование компании. Как инструмент самосовершенствования применяется. И стабильный рост – это и есть то устойчивое развитие, которому сегодня мы и посвящаем тематическую нашу встречу с вами. А давайте еще более детально остановимся на пути вот построения организации устойчивого будущего. Вы можете на своем примере вашей фабрики, можете образно вот рассказать эти самые основные пути, чтобы действительно сказать, что да, будущее будет вот построено так, как нужно. Наверное, правильно начинать с того, что очень важно обратить внимание на коллектив, на тех людей, которые находятся рядом с нами. Поэтому в первую очередь компании должны сосредотачиваться на команде. Потому как команда является тем пробивным инструментом, который преодолевает не только сложности, не только реализует задачи, но и в трудный момент придет на выручку и помощь. А сегодня в нестабильной внешней обстановке, в нашем регионе, в частности, и в Украине, это очень важно, когда можно на кого-то положиться. А команда формируется через доверие к ней, и через помощь каждому человеку в отдельности, индивидуально, в его развитии. Каким образом эта помощь? Вот как вы, как руководитель, помогаете своим? Очень важно говорить с людьми. Очень важно проводить максимально возможное количество времени в общении со своими коллегами, сотрудниками. Для того, чтобы задавать им вопрос о том, как они бы хотели видеть компанию. Как они считают необходимо измениться компании для того, чтобы они смогли реализоваться в ней больше. Форма, которая проходит общение, может быть неформальная. Совместные выезды на пикник, планерки в неформальном общении. Ну, этому
предшествует ряд определенных инструментов и подготовки. Потому как не каждый руководитель может взять вот так вот и сразу сказать о том, что все люди на самом деле честные и правильные. Конечно, да. И особенно персонал. И это культура предпринимательская. К этому мы идем постепенно. К этому мы идем через ощущение тех результатов, которые мы должны получить в результате доверия к своим коллегам, сотрудникам. А потом уже формируется партнерство. Потому что ну, отношения я начальник и подчиненный уже давно не работают. С глобальной информатизацией и передачей знаний человек является более свободным и вправе выбирать. А сегодняшняя ситуация, когда люди более высококвалифицированные имеют возможность свободно выехать за рубеж на работу, заставляет работодателя как такового еще более задумываться над тем, а как удержать? Да. Да. Угу. Удержать. А как удержать? Только мотивируя. А что такое мотивация? Это не только деньги. Потому что при нашей системе построения экономических составляющих, стоимости ресурсов, энергоносителей, стоимости недвижимости, у нас очень-очень высокая себестоимость. Поэтому единственное, чем мы обладаем как сокровищем, это как раз люди. Люди, которые сегодня, к сожалению или к счастью, не разбалованы высокими заработными платами и хотят жить здесь, в этом городе, в этой стране. Но они хотят к себе соответствующего отношения. Они хотят, чтобы их ценили как людей, чтобы им давали возможность развиваться. Поэтому сегодня нужно строить такую методику, как, например, в Макдональдсе. Когда каждый человек имеет возможность, придя на самый первый уровень, подняться до уровня директора и стать руководителем филиала. А что для этого делается? Постоянные тренинги, постоянное обучение. Соответственно, контроль, делегирование полномочий и четкая система, структура организации, где каждый знает, что с него требуют, в чем его обязанность и что от него конкретно необходимо и как он должен относиться к своему клиенту-потребителю. Понятно. Очень так доступно объяснили, очень интересно. Спасибо вам. Если вам, может, есть что-то сказать, добавить что-то еще по этому поводу. Конечно. Я хотел бы пригласить всех горожан, всех николаевогородцев на наш бизнес-форум, который состоится 8 октября в Александровском бизнес-центре. Начнется он с 10, продлится до 13 часов, а затем будет вторая часть, это уже встреча с Тарасом Калитой, где можно будет узнать о теории. А вот 9-10 октября мы будем проводить мастер-классы показательного аудита на мебельной фабрике «Ренессанс». И по итогам этого мастер-класса специалисты, принявшие участие, получат сертификаты эксперта по модели Европейского фонда управления качеством и смогут нести эти знания и эти умения в свои организации. Очень интересно. Я думаю, что мы... И вас приглашаем. Обязательно присоединяйтесь. Обязательно. Спасибо вам. Вот уж у нас в гостях был Валентин Бельский, підприємець, голова Ради організації роботодавців, Миколаївський клуб директорів. Дякую.